Прогулки. Привет, меня зовут Маша, я работаю директором в салоне красоты. И забралась и купила курс по новогодней флористике. Прошла его, на курсе сразу же выставила свои работы на продажу на Авито. И они у меня сразу же откликнулись и раскупились. Новогодний курс, он вообще особая атмосфера, потому что это Новый год, настроение, то есть такое волшебство. В курсе очень доступным языком рассказано и показано, как все делается. Все просто, и даже человек без опыта работы во флористике, и даже кто не связан вообще с этой сферой, с легкостью по видеоурокам все сделает. И у каждого все получится. Главное не бояться, пробовать и идти шажочек за шажочком к своей цели. То есть ты окупила курс? Естественно. На новогоднем курсе заработала на курс по основам флористики. То есть, ну, и выше, конечно же, окупив и заработав еще на следующий. Это у нас вообще волшебный чат, это отдельная вообще сфера. Все дружелюбные, все друг другу помогают. У кого случается творческий кризис, все друг друга поддерживают, выставляя свои работы, мотивируют других вставать, идти и делать. То есть, и если нужно, и поддержать. Ну, в трудную минуту, что у кого-то не получается, у кого-то не продается. То есть, чтобы не расстраивались. То есть, ну, у нас там очень сильная поддержка, мотивация. То есть, у нас все весело и всегда классно. Спасибо!